Харцизский городской бассейн готов к началу очередного сезона. Уже завтра двери спортивного комплекса «Витязь» будут открыты для всех любителей плавания. После недолгого перерыва спортивный комплекс «Витязь» с 1 сентября возобновляет свою работу. Сегодня коллектив учреждения занят последними приготовлениями к завтрашнему открытию. Вода в большой и малой ваннах уже набрана, очищена. Осталось только немного подогреть ее до комфортной температуры. Период ремонтно-подготовительных работ закончен. Вот, мы достойно, благодаря всему коллективу, в общем-то, выполнили достаточно большой объем работы. Сделали косметический текущий ремонт в душевой, в женской душевой, в мужской душевой, в женской раздевалке. Небольшой ремонт, но был сделан. В малой ванной был немножечко такой тоже косметический ремонт сделан. Оформительские работы были сделаны нашими возможностями и талантами наших сотрудников, которые работают совершенно по другой должности, но на чувстве патриотизма все работают. Вот, каждый из сотрудников вложил свой вклад для того, чтобы вовремя открыть бассейн. Не так давно в соцсетях появились тревожные сообщения, что в бассейне теперь якобы некому тренировать спортсменов. По словам руководства комплекса, все эти слухи совершенно безосновательны. Коллектив бассейна в полном составе, в хорошем настроении и готов к работе. Готовятся сейчас уже списочные составы по комплектованию групп наших детей и малышей в малую ванну, и деток, которые уже посещали бассейн малой ванной и переходят уже по учебной программе, переходят в большую ванну на занятия. Весь штат укомплектован, работать начинаем в штатном режиме, все в порядке. Мы с большой радостью объявляем об открытии бассейна и ждем всех к нам на оздоровление. Для посетителей бассейна остается неизменным правило. На первый сеанс каждый должен принести с собой медицинскую справку. Детям от педиатра, взрослым от терапевта. Срок действия справки – 6 месяцев. Справки как были, так и нужны, потому что это прежде всего, охрана здоровья всех посетителей, которые к нам приходят. Поэтому справочка с формулировкой врача, что бассейн посещать может, безусловно, нужна. Справки, которые действовали, действие справочки 6 месяцев, и у наших посетителей, которые брали чуть ранее, но еще срок действия есть, поэтому могут спокойно приходить с той справочкой. Если кто-то не успел справочку оформить, нужно ее, естественно, обновить. Руководитель спорткомплекса подчеркивает, что цены на посещение бассейна в новом плавательном сезоне остаются на прежнем уровне. Цены очень демократичные. Даже на территории нашей республики у нас самые низкие цены. К нам ездят семьи из Донецка, ездят семьи из Макеевки, Нижняя Крынка, Шахтерск, Зугрес. Так что бассейн очень востребован и очень популярен. А разовый абонемент до обеда у нас 65 рублей, после обеда 80 рублей, ну после 14:00. Вот, стараемся сохранять цены на прежнем уровне. Остается добавить, что водная гладь большого бассейна выглядит теперь более привлекательно, поскольку старые, изношенные и весьма непрезентабельные разделительные дорожки удалось заменить на новые, вполне современные и симпатичные.